Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, и с вами, как всегда, Алексей. Да, вот такой вот я зашел сюда повыживать. В общем, как карту открыть здесь? Что здесь делать? Значит, мне написали, говорят, Алекс, повыживай. Повыживай в GTA RP. Вот, я пришел в GTA RP. Так, и что здесь есть? Давайте карту посмотрим. У меня деньги есть вообще какие-то? У меня деньги и инвентарь. Это что такое? Это удостоверение мое. Мое удостоверение. Инвентарь, взаимодействие. Ну, давай придем взаимодействие, Дже, да? С тобой надо поговорить. А, во, на Е. Как начать игру? Давай посмотрим. У нас все очень просто. У меня есть задания, которые вам помогут в начале пути объяснять, что и как тут. Если нужно что-то подробное, не стесняйтесь. Начальное задание. Мои начальные задания помогут вам освоиться в наших штатах, чтобы в будущем вам было легче. Хотите попробовать? Конечно, хочу. Кто-то приехал уже. Смотри, игроков куча. Так. Путь новичка. Ознакомительный квест. Посмотрите список авто на аренду. Ой, это же у тебя, да? Так, мне нужен транспорт. Давай, посмотрим. Путь новичка. Так, откройте банковский счет. А где мне банковский счет открыть? Я вот эту машину угнать могу? Я, допустим, хочу угнать. Так, можно поговорить с тобой? Мне нужен, я хочу отменить квест, как начать играть, начальное задание. Так, позже. Мне нужен транспорт до встречи. Ну, давай возьмем, да, конечно. А сколько у меня денег всего? А у меня 3500. Скутер. Какая-то, но это аренда. Самый дешевый какой? Вот этот. На час. Мне надо открыть наличными. Опа, я сразу на скутере. А вон валяется, может, то бесплатный. Ладно, поехали. Подожди, а мне карту открыть? Так, Б, зажигание, нихера себе. Ремень безопасности. Ой, я еду. Так, подожди, где банк? Мне нужен банк. Как посмотреть? Я в GTA не играл 100 лет. Последний раз в GTA онлайн играл. Так, где здесь банк? Вот. А, меточка ставится. Все. Погнали. А где карта? Мини-карта вот сбоку. Все, я вспомнил. Я вспомнил, как играть в GTA. Да, конечно, это говно нихера не едет. Прикинь. Вот тот Алекс зашел выжить здесь. Так, блин, банк. Что тут занято, что ли? Дайте мне в банк зайти. Так, открыть счет. Открываю счет. Офигеть. Обычная карта. Выбрать... Да давай обычную, так, все. Задайте новый пин-код. Пин-код карты, что ли? 1-2-1-2. Вот. Вы успешно открыли банковский счет. Это отлично. Блин, это не может не радовать. Уйди, пожалуйста. Так, как мне сесть на мотоцикл? Это мой, надеюсь. Мой, надеюсь, так. Двигатель заведен, мне нужна карта теперь. Офигеть, как здесь все страшно. Теперь мне надо понять, что, что здесь на карте творится. Так, это что у нас? А где работа, интересно? Автошкола есть, автотранспорт, автомастерские, якудзы. Война за бизнес, война за бизнес. О, грибник, это что, работа? Грибник — это работа, наверное. Так, хорошо. Короче, приехал я на заправку. Она, оказывается, вообще нихера не работает, что ли. Хера себе просто. До грибов ехать. У меня просто бензина уже почти нету. Но мопед мало жрет, ладно. 7 литров из 17, насколько я понимаю. Я думаю, мне хватит доехать. Потому что я не пойму, как здесь заправляться. Ну, канистру за штуку. За штуку я... Так, до встречи, хорошо. Это просто чувак говорит, это тот, который мне мопед, наверное, продал. Так, хорошо, а здесь у нас оружие есть, нифига себе магазин. Я бы пуху в GTA-хе прикупил бы. Оружейный магазин. Вот, все купить можно, прикинь. Так, взаимодействие, нифига себе, 7000. Боеприпасы и чу из оружия есть. А, не, есть что-то подешевле, смотри. За 700 все разобрали.
За 5, за 750 пистолет есть. Ну ладно, я пока покупать не буду. А мне бы деньжат подзаработать. На самом деле я к этой грибной ферме, наверное, никогда не доеду. Вот, хотелось бы подзаработать. Короче, не доехал я до грибов немного. Смотри, как не доехал я. Совсем чуть-чуть. Здесь увидел, что здесь народ лес рубит. И я... Подожди, а как транспорт закрыть? Замок, Л. Двери зак... Я не знаю, какие двери у него, но тут народ ездит. Офигеть, смотри, какой байк. Ездит просто так, как будто бы... Я не знаю, я так... Вот тут можно что-то заработать, интересно. Что я хочу поработать у вас. Вот, для того, чтобы начать работать, сначала купи топорик на рынке, после чего отправляйся в лес. И начинай хорошо так. Купить топорик. Во, купить. Топорик есть. Так, хорошо. Так, до свидания. Я хочу поработать у вас. Для того, чтобы... Так, после чего отправляйся в лес. Ага. То есть мне просто надо... А где у меня, подожди, инвентарь? Топорик. В руки. Пошли. Пошли, здесь лес. Сейчас и лес, и грибы, короче, поработаю немного. Потом, возможно, шахта или еще что-нибудь. Мне надо тачку купить, конечно. Без тачки я что-то вообще пропал. А где люди рубят? Ух, нифига себе. Везде. Вот это рубить можно? Прямо фургон поставили сюда. Я рублю вообще? А, вот такие вот деревья рубить, наверное, надо. Вот, которые вырастают, типа. Вот это дерево рубить надо. Походу. Давай. Нихера себе оно растет. Нажмите Е, чтобы срубить дерево. А. Так, подожди. Е, нажал. Подождите немного, жду. А, вот так рубить, елки-палки. Так, рубка дерева пошла. Рубка дерева пошла. Они заново вырастают. Не знаю, за деревья что-то полагается, не полагается. Ознакомительный квест. Мне что, в аэропорт надо? Я не знаю, путь новичка. Наверное, путь новичка так и назову это. Так, вот, вы успешно срубили сосновое бревно. А, подожди, где у меня... Что это? Сосновое бревно в инвентаре сразу. Да ладно. Я рублю его, все. Я отходить отсюда, получается, не буду. Я буду рубить и ждать, короче. Ты посмотри, сколько здесь лесопилка просто целая. Но я на грибы еще хочу зайти, блин. Я не знаю, может, каких-то грибов белых там ароматных соберу. Фиг его знает. В общем, нарублю здесь побольше. Вот, они прямо в машину загружают, насколько я понял. Хороший бизнес. За топорик отдал, надо бревен нарубить. Загляните в банкомат, мне еще надо, вот. Надо квест закончить этот, может, тоже денег дадут. Так, сколько у меня бревен там? Есть немного. Я их где продать, интересно, могу? Давай еще одно срублю и поедем в банкомат и за грибами. Топорик сюда, теперь ты можешь сесть. Чувак, садись. Садись, это же наш мопед. А, мне открыть надо. Ёлы-палы, замок. Замок открывай, садись. Все, мотор заводи. Я думаю, что такой мопед здесь никто не угонит, тем более он застрахован. Вот, поехали к банкомату. Сейчас посмотрю, где он. Только, наверное, куда-то к обочине сверну, потому что посмотреть реально здесь очень опасно. Здесь люди не умеют две клавиши нажимать, ездить просто. Так, пожалуйста, карту. Мне надо банкомат. Так, надо нажать. Тогда она... Ага, вот грибочки здесь есть. Это что? Шрифт департмент. А, вот банкомат, наверное, да? Банк.
Ну, банки, банкомат. В общем, мне надо к банкомату путь новичка сделать. Вот, я, наверное, ролик так и назову «Путь новичка». Потому что я здесь абсолютно новенький. Я играл только в GTA, в GTA Online. Ну, как ты знаешь, в Red Dead Redemption. GTA RP вообще не играл. Возможно, тут у людей какой-то свой бизнес есть. А возможно, и не только бизнес. Я вижу, вот и копы здесь, и просто жесть здесь. Так, где бы мне стать? Рынок здесь у нас. Ух ты, блин. Вон тут на рынке тачки крутые. Это что, на лесопилке так все? Давай, давай, ты сможешь. Гражданин, рыба нужна? Кому рыба нужна? Девушка, рыба нужна? Вот, видишь, уже рыбу продают. Так. Девушка, рыба нужна? Рыбу продают. Девушка. Блин, стой, стой, я не заглушил его. С этой рыбой. Кому-то рыба нужна, кому-то рыба не нужна. Так, мне не нужна. Так, и закроем его. Во. Мало ли, чтобы не угнали. Так, рыба не нужна, мне надо найти. Опа, а что здесь ларьки такие? Я думал, рынок здесь будет. Что это за место? Это моя грибная лавка. Я хочу продать грибы, да. Продать, а у меня нифига нету. Так, понял. До встречи. До встречи. А где здесь дерево? Можно продать где-то, да? Если надо, выкинешь пока. Алло? Рубашку, что ли? Да, я тебе просто передам, блядь, а ты прими, если что надо, выкинешь потом. Задание надо сделать. А как его? Спасибо, бро. Опробуйте наши товары. А, нет, это что за херня? Куда я провалился? Взял шмотки и отдал мне. Так, заводи, садись на свой говно. Это дверь закрыта. А, я ее открыл, да, и провалился под землю. Нифига себе. Такое бывает, заводись. Поедем отсюда нафиг. В банкомат. Здесь на рынке просто вещи подарили. Спасибо большое. Итак, я нашел банкомат. Банкомат. Следующий этап. Поговорите с путеводителем. Вы получили платинум VIP. Ладно, так, добро пожаловать. Завершить. Так, путь новичка, поговорите с путеводителем. Ёлки-палки, а где путеводитель мой? Наверное, там. Поехали за грибами, банкомат нашел. Поговорите с путеводителем, не завершено. Я поговорю, но только как найду этого путеводителя. Я надеюсь, мне в аэропорт не надо-то. Так, я что-то вижу. Достать охотничий нож, ёб твою налево. Я нашел, где продать древесину. Я продаю на 240 баксов, короче, золотая шишка есть. Теперь мне осталось найти, где купить нож. Хантинг-шоп нету тут что-то, нифига. Здесь что у тебя продается? Покажи товар. Покажи. Нет, это золото. Подожди, подожди, подожди. Я где-то видел здесь. О, грибы, может, у тебя есть? Я хочу продать грибы. Так, нет, это скупка. А, ножик. Что это место? Понятно, до встречи. Блин, а где ножик? Где ножики продают? Здесь рыба. Покажите ваш товар. Да, рыба. Мне надо купить нож. Может, у тебя, чувак, нож, охотничий нож надо. Покажите товар. Покажите, лопата. Лопата не охотничья, кабель. Блин, здесь электроника. Электроника мне не нужна. Мне нужен нож. Ёлки-палки, тату не надо мне. Всякие хантинг. Но у хантинга нету нихера, блин, ножа. Бинокль там, еще что-то такое. И у этого нету. Где может быть ножик? Че у тебя здесь? Ножа нет? Братух. Кошелек есть за 9 косарей. Так, я нашел, где древесину продать. Скупка овощей. Слушай, я, может, на ферму еще устроюсь работать? Но я хотел бы, кроме древесины, грибочки пособирать. Здесь очень много их. Друг, не подскажешь, а ножик где здесь купить для грибов? Для грибов можно в магазине 24 на 7. Спасибо большое. Обращайся. А бензина уже 4 литра, прикинь. 4 литра.
Так, замок мы закрыли. Закроем двери. Хотя это говно никто не украдет, понимаешь? Опа! Что у тебя здесь есть? О, инструменты есть. Так. Охотничий нож. Ну, давай картой. Вы успели, успешно купили. Есть зажигалка, отвертка, изолента. Удочка есть. Блин, ну я с рыбалкой не знаю, как здесь. Но надо будет попробовать. Дверной замок, аптечка, палатка, рюкзак, продукты. Слушай, я бы что-нибудь скушал бы, да? Стакан кофе $180. Или то не на грибах, не знаю. Так, грибы здесь у нас были. О, нарисованы. Я прямо здесь их видел, но... А, не, есть. Растут. Так, значит, глушим. Выходим. Закрываем. Мне надо нож в руки взять, я так полагаю. Вот, берем ножик в руки и собираем. Недостаточно опыта, нужно 780. А, я не все грибы могу собирать, что ли? Это что за новость? Так, я наконец-то заправился. Вот, 10 литров взял, 13, и на час продлил аренду. Да мне с головой хватит. Вот, поеду на спаун и, наверное, попродаю бревна еще. Потому что с грибами опыта, говорит, у тебя мало для грибов, офигеть. Хотя, может быть, здесь другие грибы есть. Вот грибы есть. Но тут и лесопилка есть, как бы. А я хочу вот сюда, в спаун, вот этот спаун. Ознакомительный квест, поговорите с путеводителем. Возможно, там путеводитель где-то сидит. Но что-то я его найти не могу там. Там здание какое-то, и непонятно, где путеводитель там. Сейчас посмотрим, где путеводитель, и начнем прогресс рубания бревен. Я так понял, мне придется рубать бревна. Потому что грибы я порубить не могу. А, вот этот чувак, наверное, да? Ты путеводитель. Так, насчет квеста. Во, следующий этап квеста. Заработай 3000 на работе подработки. Хорошо. Вот, заработайте 3000 на работе подработки. Ну, я уже работать начал. Как говорится, голод не волк. Поэтому работать я как бы начал уже сразу же. Вот, поэтому и приехал сюда. Ну что ж, попробуем на тех грибах. Возможно, хватит опыта теперь. А возможно и нет. Так, стопе, стопе, мне нужна карта. Мне нужна карта. Вот сюда вот едем, вот, по прямой. Здесь еще есть лодка и рыбалка. Очень хорошо бы порыбачить. Так, я беру в руки нож. Где он у меня? У меня нож. Две колы уже здесь. Че, две даже? Непонятно. Так, и... И, боже, я могу собрать эти грибы. И че, ты собрал? Вы собрали шампиньон обыкновенный, а там другие какие-то были грибы, кстати. Так, ладно, давай собирать шампиньоны обыкновенные тогда. Ну, чё ты долго так собираешь, чувак? Это же просто грибочки. А там другие какие-то были, я их собрать не мог. Сколько мне собрать их, не знаю, но буду собирать, я тебе отрежу тут, как всегда. Потому что так долго происходит. Короче, грибочки я насобирал. Вот, инвентарь уже попил, поел, я не знаю, раз, два, три, четыре, короче, сколько их тут. Тут уже пару раз аварии произошли, пока я грибы собирал, значит, пару раз уронили ребята, это такое дело. В общем, здесь ребята ездят. Да не надо мне это. Мне, пожалуйста, метку на рынок поставь. Во, поехали на рынок, продадим их, если что, потом древесиной займусь еще. Грибочков здесь, в принципе, хватает. Я такую грядку нашел. И здесь, ребята, еще вот тут деревья аж полетели. Короче, какие-то выстрелы. Посмотри, как они ездят. Вот, может, по дороге найду еще, не? Здесь, в лесочке. Вот здесь хорошая грядка была. Прям вообще никто не собирал. А я уже такой бывалый грибник. Я не знаю, сколько собрать их надо, чтобы уровень... Опа, я еще вижу пару. Сейчас, подожди, прям при тебе. При тебе, закрой. Во, видишь? Здесь бывает их много, то есть никто не собирает.
Вот, да собираем. Я не знаю, сколько стоит, они сейчас продадим. Надо заработать 3000, путь новичка. Вот так, 3000. Собирает он их очень, очень так. Кстати, грибочки растут. Вот как ты видишь, на камнях даже. Просто на камнях. Вон люди приезжают, просто собирают. Мои грибы. Здрасте. А подскажите, пожалуйста, а грибы выгодное делает? Здрасте. Я сам пока не знаю, только начал. А, понял. Ну, давайте. Удачи вам. И вам удачи. До свидания. Так, грибы, говорит, не знает, какое выгодное, невыгодное дело. Смотри, он один пропустил. Ладно, не будем, оставим человеку грибочки. Они и просто на скалах растут. Я прозрел, когда увидел на самом деле, где они растут. Вот он не видит даже, наверное. Не, видит. Вот, я собрал. Мне кажется, хватит у меня. В принципе, а чё ты так еле-еле бежишь? Так, где-то я тут припарковался. Подожди. Подожди, надо понять. Вот он наш. Вот, тут у нас где-то рынок. Тут что-то происходит. Я тебе говорю, стрельба какая-то. Короче, народ живет. Блин, на рынке тут всегда. Посмотри, сколько машин. Ну, давай здесь поставим. Мотор заглушим. Ой, ножик только уберем. Из рук. Мне кажется, грибов хватает. Блин, ну, припарковались. Прям возле входа. Так, где эта грибница? Опа, 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 опа. Я тебя вижу, друг. Я хочу продать грибы. Так. Штука баксов. Нифига себе. Штука баксов. А там вот такие растут. Понимаешь? Это хорошие. Вешенка обыкновенная. У меня не хватает. Так. До смены товаров. Еще товары меняются здесь. Понял. Так, я попил, поел. Пока, в принципе, мне это не надо. Пойду я на лесопилку. Пока у меня топор есть. Вроде как. Посмотрю, где выгодней это дело делать. На лесопилке или нет. В общем, сейчас приеду туда, включусь тебе. Ух ты. Вот, и на фермочку потом заглянем. Вот такой вот бизнес тут надо строить, понимаешь? Прямо строить. А лесопилка у нас вот. Меточку. Поставь не так далеко. А там другие грибы, понимаешь? Там другие грибы. Там вешенки, они стоят дороже. Так, купить топорик. Я хочу поработать у вас. Для того, чтобы начать работать, сначала купи топорик на рынке. После чего отправляюсь я в лес. И начинаю рубить деревья. Так, у меня есть топорик. Ладно, до свидания. До свидания. Топорик. Вот мой топорик. А у него тоже 97% прочности осталось. Ну, кстати, кеды я зеленые одел, которые мне подарили, в принципе. А почему нет? Они нормальные. Вот. Будем рубить лес тогда. Вот. Я вот это порублю. Может, бревна просто стырить можно. Ожидается рост. Давай, нарубим. Ну, он бревна тырит. Он тоже какой-то в Панаме прибежал. Новичок, видно. Ищет свое дерево. Так. Вы успешно срубили. Все, сейчас вырастет. Сколько у нас здесь? 2, да? А вот эти я поднять могу, интересно. А, во, взять было. Я все забрал. Я все забрал, прикинь, я не знаю, зачем мне рубить тогда. Вот это не то дерево, которое рубить можно. О, на мое здесь уже прошли. О, сколько бревен. А у меня, что там в инвентаре? О. А походу бревна эти вообще никому не надо. Вон там и дальше рубят. Я, наверное, возьму, продам их. По максимуму. Ну, а что делать?
Короче, мне, наверное, хватит бревен. Че я, сколько у меня там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, да дофига у меня. 5% топор продам, 5% топор продам. Ребят, кому нужно 5% топор продам? 5% топор. 5% топор продам? Офигеть. Вот здесь? Это бизнес. Так, я на рынке. Я на рыночке. Давай сразу грибочки продадим. Сначала уберите активный предмет. А что у меня здесь? Топор, понял? Я хочу продать грибы. Так, продать. 200 баксов. Так, 200 баксов. Хорошо. Так, а где древесина у нас? Я уже так, покажите ваш товар. Скупка. Продать. 2490. Следующие посетите магазин. Я завершил. Я завершил это. Так, посетите магазин и купите телефон. Понял? Понял, я иду покупать телефончик. Хорошо. Хорошо, давай. Давай, садись, чувак. А, подожди, открой, садись. 24 на 7 здесь недалеко. Нормально. Ой, бля. Ну, это жесть, конечно. Где мой мопед? О, я с синяками прям. Прямо автокатастрофа. Ну, вот так дурачки ездят здесь. Но здесь полно таких. Так, а где мопед мой? А, вот он. Заспавнился. Двадцать четыре на семь здесь недалеко был, подожди. Блин, вот, вот 24 на 7. Поехали в 24 на 7. Купим телефон. О, блядь, нормально ездит полиция. Нормально. Вот здесь все так ездят почему-то. Ой, сэр, в порядке? Да в порядке, если бы ездили лучше, конечно, немножко. Возьмите аптечку, пожалуйста. На пол положу. Спасибо большое. И извиняюсь перед вами. Так, ну, видишь, добросовестный полицейский. Так, аптечка использовать. У меня хп 2. Хераси. О, 52, нормально. Нормально. Вот это сервер. Вот это сервер. Мажестик какой-то. А я до магазина доеду. У меня в мопеде, по-моему, что-то барахлит уже. А мне кажется, там труба отваливается, наверное. Не знаю, доеду, не доеду. Опа. А что это за проглюки откидывает так его? Так, мне в магазине, кстати, еще кроме телефона купить бы, блин, я не заглушил, подожди. Все, и закрыли. Кроме, кроме этого, кроме телефона, надо купить, наверное, тоже аптечку и пожрать вообще что-нибудь. Так, смотрим, электроника, так, рация, бумбокс, гитара, телефон. 2000 долларов, а что, подешевле нету? Я Apple не очень люблю, ладно. Покупаем телефон, покупаем... что здесь? 180 баксов кофе. Так, кофе покупаем. 360 долларов этот батончик, наверное, куплю. Вот, батончик куплю. Молока, молока возьму еще. Во. Что происходит тут? Ребята скупились. Так, и у меня осталась наличка только. Мне бы на карту положить. Да ёб твою налево. Откройся эта дверь, а. Так, картой я все купил. Так, хорошо. Путь новичка. Посетите магазин одежды.
Ну, посетить, в принципе, посетим. Наверное, посетим. Давай посетим магазин одежды. Заведем мотор. Я где-то здесь видел просто магазин одежды. Вот, нетрудно догадаться, здесь одежда нарисована. Вот, и мы его посетим. Заодно я сейчас подъеду к банкомату. Я помню, он тут рядом где-то. Вот прямо здесь где-то был, во. Попробую все-таки положить. Подожди, опять не заглушил, а? Попробую положить деньжат на карт. 2000. Я тут выводил просто. Выполнить. Во! Во, нормально, завершить. Все, на банкомате. Я кэшем не хочу возить. Ёлы-палы. Поехали в магазин одежды, заскочим. Заведись. Давай, чувак, ты сможешь посетить магазин одежды. Мы заработали, смотри, у нас 2900 налом. И, ну, 2 с копейками на карте. Нормально, нормально. Да я думаю, что, ну, можно за бревнами еще будет сходить, конечно. Вот, за бревнами сходить. Но я все-таки бы где-нибудь искал бы другую работу. И я хочу на ферму сходить. Так, я посетил. Головные уборы, вверх, низ, вверх. Что здесь есть? Нифига себе цена у вас. Белая футболка. Так, такая красная майка. Синяя майка. Серая, серая. Так, комплект одежды. Нифига себе. Опа, я как рэкетир какой-то выгляжу. Вот так, темная, темная. Темная. Так, ну ладно, я посетил, я покупать ничего не буду. Мне, в принципе, вот нормальные вещи черные, да, чтобы не видно было, как они засрались здесь. За 2 часа в этой игре, сколько я играю тут, я не знаю, сколько снимаю, я тебя пообрезаю, вот, чтобы не видно было, как они засрались. Теперь я хочу включить карту, посмотреть, во-первых, так, посетите барбершоп, ёлы-палы. Давай барбершоп посетим. Вот, и потом, я думаю, что надо будет съездить на ферму обязательно. Вот, где у нас барбершоп здесь есть? Блин, мне кажется, в этом селе барбершопа нету. Есть. Барбершоп. Бывает, то есть игра говорит, иди туда, но мы... Едет кто-то. Блин, я уж боюсь тут ездить, короче. Я не знаю, почему здесь ребята так ездят. Возможно, когда я возьму машину, мне очень хочется машину купить. Я задолбусь этот транспорт арендовать. Ну, либо украсть какую-нибудь хорошую. И поехать куда-то в автосервис, перебить номера, короче, и вот. Чтобы она моя была. Чтобы она моя была, родная, хорошая, красивая. Здесь еще сердце нарисовано. Вот, стоять! Стоямба. Так, возможно, еще и сердце надо будет посещать, этот барбершоп. Посетить мало, да? Я должен прийти сюда, следующий этап квеста. У меня нормальная прическа, почти как у меня. Брови так, выход. Иди нахер, короче. Стричь меня будешь. Я только, блядь, только постригся здесь. Только постригся. Так. Бар посетить. Поговорите с путеводителем. Ёлы-палы, я хочу сюда посетить. А что это такое за место? Тату типа. Тату-салон сразу тоже посетим. Нифига себе! Чё за премиум? Торс. Цена, да ладно, да нет, да нафиг надо. Все, спасибо, чувак. Я просто посетил, так, мне надо к путеводителю снова. Ёлы-палы, сколько можно? А, вот еще банкомат, надо запомнить будет. А путеводитель есть у меня вот... Вот здесь. Вот, в маленьких городочках хорошо. Вот там он стоит. Чё ты не завёлся? Поехали. Мне кажется, скутер вообще уже этот не ездит. Опа, это не грабитель, банк. Чё я, поговорите с путеводителем. Чё с тебя сказать? Насчёт квеста. О, так... Получите лицензию на вождение. Нифига себе.
Интересно, сколько лицензия на вождение. А у меня на карте, смотри, уже больше стало. Ну что, ребят, на этом мы закончим это путешествие. Обязательно продолжим вот такой вот GTA RP. Это мой первый раз в GTA RP, поэтому пока-пока, до скорого, увидимся.